кабан. Крупный какой, а? Сезон кончился, они сидят. Правильно, у них теперь гон один. Где-то здесь рядом второй. Не знаю, покажу я вам, нет. Там вот уши торчат его. Вот они, уши его. Одни уши только торчат. Старого зайца, как они маскируются, да? А глаза большие-большие. Пышет, ты их чувствуешь, да? Пригинается. Да, мы вчера даже не видели, что здесь майна такая большая. Один флажок, вижу, горит. Всем привет, сегодня 24 февраля. Выбрались с сыном вчера. Думаю, видели немножко кадров, как мы расставили жерлицы. Мы находимся в Ильменях, зона запада подстепных ильменей. Такие озера, старицы, которые заполняются только по весне с Волги. Сюда приходит вода во время половодья. Они наполняются, как чаши, среди вот степей, бугров наших. И остается. Ну и, соответственно, и рыба здесь оседает. Глубина, ну, в данном случае, до 2 метров. Здесь в камышах полметра. И все-все вот в камышах, в рогозе. Очень хорошие места для разведения рыбы. То есть рыба здесь воспроизводится, растет, нагуливается. Течения нет, еды полно. Но в последнее время очень сильно выбивается все, во-первых, браконьерством, во-вторых, недостаток воды. Постоянно они обсыхают, 2-3 года с водой, потом полностью высыхает, воды не хватает, и вся рыба погибает. И вот я вижу, даже сразу стоит вентиль. Мы вот удочку поставили вчера, по ночи не видно было, а здесь вижу, вот кол торчит. Это стоит вентиль, верша, мережа. Уже поставили под щуку, может быть, даже по воде. Там видно немножко, я думаю, потому что крыло начинается. Короче, добивают все равно местные, потому что кушать всем хочется. И что здесь сказать? Выдергивать эти секрета, сети местных, резать, ломать, нравоучениями заниматься. Они всю жизнь так ловили, спокон веков ловили этими вершами, секретами. И рыбы всем хватало с головой, никогда ее меньше не становилось. А вот с экологией беда. Думаю, сами все прекрасно понимаете. Ну, пойдемте посмотрим, хотя бы вот один загар есть. Нет, у нас живец кончился, все, что было, мы вот ночь расставили. Сейчас будем пробовать, там вот поставил раколовку. Есть ли там в ней живец, может быть, попробуем кто-то половить. Со мной сегодня Лев Антонович, мой сын. Кто знает, смотрит канал, видел уже его не раз. Но редко выезжаем, сейчас в честь праздников немножко выходные появились. Ты что, не мой? Нет. Или мой? Нет, твой. А вот и одна единственная сработочка, которая взгляд наш порадовало. Пойдем посмотрим. Ну, там что-то леска вся висит, невымотанная. Ну что, пробуй. Снимай аккуратно ее. Не-не-не, с этим, с топориком. Ты как будешь отбивать? Там же лед. В сторону убирай топором. Обухом, обухом топора. Переверни топор. Вот.
Стой. Нет, полностью освободи. Больше лунку сделай. Ну вот так хотя бы примерно. Возьми, иди шумовку. Сними перчатки. Хотя бы да обе надо снять. Лучше их убери пока, чтобы они сухими остались. Сейчас будешь вытаскивать, леску тащить. Если рыба вдруг будет, руки намокнут. Перчатки будут мокрые, будешь мерзнуть. Да, потихонечку так начинай вытаскивать. За камыль зацепилась? Что, дергается что ли? О, какой акушарик хороший. Слушай, ну и то, поздравляю с первой рыбой этой зимы. Хороший акушарик. Ну бабушки уже поймали. Она будет довольная. Смотри, какой окунь хороший. Так, ясно. Можно здесь попробовать, значит, так. На мормышечку, может быть, окунь будет. Все, снимаем, освобождаем. Дальше пойдем посмотрим. Ну, хоть рыба жива есть, а то, может быть, электроудочники все здесь повыбивали. Тут что-то есть. Здесь жерлицы у нас стоят. А там дальше вот буквально 50 метров и вода. Открытая вода. Майна, огромная майна. Все, весна уже рядом. Меньше полмесяца осталось. Какой? Неделя осталась до весны. И уже хоть и морозы давят каждый день. Сегодня минус 8 утром было. Но вот в этих местах очень много солнца. Земля уже греется. Растительность гниет. Водоросли там всякие. Рогоз, камыш. И от этого образуется тепло. И соответственно уже ветерочек раздувает майны. Здесь у нас установлены типа раколовки такой. Зонт, не зонт. Сейчас много их различного типа. Ну, разрешенные там до 80 сантиметров. То есть, грубо говоря, под раков там живец поймается, ничего страшного. Хлеб накидали в нее, посмотрим. Ночь простояла. Будет ли кто вообще. А, нет, что-то есть. Каких-то там. О! Живец есть, ребят, да какая тара, смотри, какая крупная. Это же орешная. Ага. Значит, здесь рядом можно попробовать плотву ловить. Плотва жарешная, хорошая. Давай эту сумку, сумку всю освобождай. Давай сюда. Немножко живца хоть поймали. Есть прям меленький на этого. На окуня. 10, 11. Ну и мелких тоже возьмем. Может быть, окуня половить. 12-13 можно еще на удочке поставить. А вот этого на окуня, если что. Ну все, неплохо. Пока здесь будем, глядишь, может, что-нибудь поймается. Лед везде плохой. Так, можно было бы другой элемент переехать. Так, сейчас здесь пару-тройку лунок сделаем. Сразу под прикормку. У нас течения нет. Немножко вот эти комки надо разбивать, чтобы она пылила. Видишь, туда прикормка уходит. Что оттуда ветер дует. И воду давит, получается. Ребят, не успел включить камеру. Первая поклевка на старого червя. Смотрите, какая плотва. Вот это да. Первая же лунка вот подкормленная. Вон я подкармливал. Вот Лёва огромную лунку разбил. Я его стал ругать. Говорю, зачем такую лунку большую? И на тебе какая, смотрите, плотвица классная. Вот бы сейчас тебе половить такую. Ё-моё. Вот это кайф. Вот это чистый кайф. Сейчас. Бывает, конечно, так, что просто одна тупо подходит и все. А бывает так, что, может быть, попали мы. Пыш, ты не шуми тут.
Здесь эта сторона ветреная получается, прям ветер в лицо, замерзли. Ну, по крайней мере, мне за сына немножко как-то переживаю, что замерзли. Хочу сейчас переехать в другой угол, тем более плотва крупная. Там всегда, раньше, давным-давно, ловили там и тарашку, и плотвичку. Может быть, там получше будет клевать. И удочки туда перетащим. Сейчас хочу показать вам, как выглядят наши вентеря, местные здесь секрета, которые ловят вот местные рыбаки, браконьеры, промышленники. Ну и заодно посмотреть, интересно, есть что-то в нем вообще или нет. Видно, что давно стоит. Видно, вот один кол выбит, просто валяется. Не знаю, куда он идет, в какую сторону, как его поставили. Ну просто хочется вам показать для интереса. И такие секрета, ловушки у нас стоят по всем ильменям, по всем ерекам, по всей дельте, авандельте, по всем раскатам. Промышленники сейчас выйдут ими легально ловить, а вот так вот все остальные ловят немножко нелегально себе на еду, на продажу, на выживание. Смотрим. Ну, здесь этим не обойдешься, здесь надо выбивать больше. Дай понять, в какую сторону он стоит. Туда вот лежит. И выбить. Конечно. Пусто вообще. Вот такой вентиль. И таких три штуки здесь стоит. Там заход, рыба заходит. Через эти усынки, как в раколовку, залетает, сюда залетает, дальше проходит. И все, и оказывается, как в неводе ставном. Здесь уже в ловушке. И такие по всем камышам, по всей Авандельте стоят. Летом только их убирают, потому что летом рыба в них протухает. А так вот стоят. Один вытащить, порезать, два, это дело не исправит. Масштаб настолько огромный, что их ставят десятками. Один человек таких ставит по два десятка, по три десятка. Соответственно, вокруг сел их может доходить до тысячи в разных ильменях, в ереках. Поэтому рыбе шансов особо нет. Раньше их ставили, ну, два-три ставил дедушка мой. И ловил, на еду всегда хватало. А сейчас их ставят десятками. Кто на еду, кто на продажу. От того, что работы нормальной нет, колхозов нет. В городе тоже за 10 тысяч сидеть на зарплате никто не хочет. Достойного заработка нет. Вот и приходится людям выживать как могут. Что тут говорить? И не поспоришь, и не скажешь. Пусто. Видали? Сколько стоит он здесь, неизвестно. Но даже если он день-два простоял, потом его просто этим ветром свалило. Он хоть что-то должен был поймать. А в нем ничего нет. Вот такие вот обидные дела. Хотя в этих местах рыбы раньше были.
И судак, и сазан, щука, сом. Всегда здесь все было, ловили. Зимой деды наши приходили, в этих кулигах крючковали, доставали рыбу. Осенью сетками ловили, зимой секрета ставили, рыбы было. Шквал всем хватало. А сейчас ни на удочке, ни в снастях ничего нет. Кто виноват? Вот стоит серенький кол, и от него пошло крыло с поплавками. Вот видите, вмороженные поплавки. Вот вмораживаются. Здесь пошел один вентиль в эту сторону, вот его забойка кол. И вот в другую сторону пошла забойка. Второй вентиль, вторая бочка. Здесь посередине главная бочка. Вот она упавшая. Или льдом ее выдернуло, или кто-то приезжал, воровал, проверял, рыбу доставал. Укол брошенный. Так вот, вдоль камыша, вдоль чакана рыба идет. Какая бы ни была щука, судак, сом, сазан, вся попадает в этот, в забор из сетки сделанный. И начинает вдоль забора идти, и уже попадает сюда в ловушки. Здесь остается живая, конечно, достаточно такой щадящий метод лова, потому что рыбу можно, какая не нужна, выпустить. Но по факту сейчас забирается все подряд. Вот так вот прям в кулижечке внутри поставил одну на пробу поглубже. А так в основном все в рогозе, в камыше. Расставили на большой территории, прям вот в камышах. Всегда здесь щука была, хорошо ловилась, но сейчас не знаю. Время идет, бываю здесь все реже. Вода мутноватая стала, раньше здесь прозрачная была, прям кристальная вода. Попробуем сейчас немножко половить плотву. Оставим раколовку и оставим жердочки. Приедем, наверное, вечером, потемну, морозец пойдет, а то лед трещит, слышите? Лед потрескивает, хотя толщина нормальная. Опять просто опустил. Да они там сейчас бегают, а здесь тишина. Только опустил, сразу поклевка. Посмотрите, какие. Просто шикарные. Блин, таких половить щуку не надо. Кабан!
Мне кажется, пыш кабана взял. След не след, но он очень люто сейчас просто лаял, рычал. И я слышал, как хрюканье прям было. Прям в камыши туда пошел, и прям пошел. Просто дикий рев был. И пыжа, и хрюканье такое. Конечно, он налет навряд ли сюда его выгонит, но и мы туда не пойдем. По камышам там опасно, провалиться можно. Вверх кивок, тогда немножко подсечку надо делать. Подсекай. Не подсекаешь, Лёв. Вдернуть, чтобы у него в губу зашло. Видишь, у тебя срывается. Дай сюда этот крючочек, дай. Тихо. Главное, сил не спугнуть. Начинает идти и срывается, потому что не подержишь, надо тык вот так, тык его резко, и потом тащить. Давай. Катай вверх. Давай. Ой. Ну что, Лёв, рыба отказывается клевать. Был у тебя обидный сход, были поклевки, но ничего. Самое главное, что мы знаем, что она здесь есть. Он удалось немножко поймать. Клюет. Жди. Она бывает особенно видно, как этот, как в сторону леску уводит. Значит, она взяла и потащила. Тогда можно подсекать тоже. Поиграй. Видишь, отзывается. Чуть поиграл, и она тын-тын-тын поклевала. Оставь. Если она клюет, лучше не дергать. Пускай заглатывает. Если перестала клевать, тогда немножко поиграл. Как бы имитируешь, что живой. У тебя наживка, что живая. Таких вот замечательных серушек удалось поймать. По-местному у нас серушка называют. Это вообще красота. Нашли, мы немножко ее здесь прикормили. Сейчас уедем, вечерком приедем. Или завтра с утра, может быть, жерлицу проверять будем. Ну, в общем, можем приехать еще немножко попробовать половить. А сейчас пока надо на обед сматываться. Загружаем. Все. Не мочи. Ага. Сейчас она вот так вот держи ее, чтобы она выправилась. Вокруг ходит и туда приходит. Все, расправляй. Не подходи близко к лунке. Зачем так близко к лунке? Вон в сторону туда ее кидай, чтобы вытянуть можно было. Вот так и все. Наконец-то мы дождались хоть одного загара. Не знаю, он настоящий или так. Здесь, если щука заведет, будем вырубать в камыше. Давай, пробуй. В принципе, все знаешь, все умеешь. Ну пробуй, не знаю, может быть тоже фиктивный. Ну ладно, кто-то бьется. О, хороший акушарик какой. Ну вот, потихоньку мы жареху набираем. Давай отцепляй. Не зря я маленького малька ставил сюда. Хотя бы окунь крупный.
Там плотвичка в обличке. Пару окуней хороших же. Законная жареха будет. Не зря добытчики ловили. Ну вот такой улов у нас сейчас с утра сегодня получился. Не похвастаешься, конечно, но на добрую сковородку большую, а то и две сковородки жарехи. Отличный жарехи, вкуснейший. Уже поймали, уже неплохо. Ну вот совсем другое дело. 24 февраля выходим на утреннюю рыбалку. С первой же удочки загар раз. Смотрим дальше. Здесь загара нет. Загар два. Где-то в камышах там светится. Дальше смотрим. Загар три. И дальше, не знаю, вам будет видно, наверное, нет. В общем, есть, ребят, загары. Есть надежда. Сегодня поприятней. Больше загаров. Ага. Не тащи. Это может зацеплено за что-нибудь быть. Как она вообще, размотана, нет? Да, стопор размотан. Нет. Никого нет? Вон, малек вижу, ага. Нет. Так, по сторонам, если что, руби, если вдруг. Ну-ка, в сторону чуть отойдя, то на тебя будут лететь. Как сегодня, похоже, хорошо. Да. Так, со всех сторон, если что, обрубаешь. Ну, аккуратно. Чтобы, видишь, вот чуть ударил и отвернулось, все. Туда, под нее стараюсь подрубать. Ну, сильно не так отрезать мог. Аккуратно. Сильнее бей. Опа. Тянет, что ли? Тянет. Тихо. Давай, смотри, как я тебе показывал. Обрубаю вот так по кругу. Только самое главное, топор не упусти. У нас пешни сегодня с собой нету. Не, поближе бери. Где потоньше, лёд. Так, ага. Теперь вот так, да. Так, смотри, главное, леску не переруби. Ага. Все, можно уже обухом ударить посередине. Так, да, тащи. Пробуй. Брыкается? Да. Аккуратненько. Может быть, зацеп. Тихо. Опа! Первая щука. Ну, это хешка законная. Или запеканка, или хешка, нормально. Да, Петюня? Наконец-то мы с щукой. Да, спустя три дня. Смотри, как там, да? Ни одной там не было. Считай, один загар, один окунь. В другой угол переехали. Здесь и загарчики есть, и щучка есть. Ну, молодец, поздравляю. Вчера и плотвички наловили, и окуней, и сегодня еще и щучка. Заглотила добро. Да. Ну, слава богу, я думал, совсем тут рыбы не осталось в этих местах. Это нормально, не? Сразу тогда руки оббивай от жилетки и нормально. Так. Так. Леску никто не тащит, значит, либо пусто совсем, без малька, либо малек остался. Все сильно не протаскивай, да. Да, и смотри так, чтобы сопротивления не было, чтобы ты тащил обратно, и крючок свободно проходил через рот, через жабры. Потому что там может струна вот эта разойтись, и тогда малька повредишь. А если малька повредишь, то уже, считай, все. Подматывай еще. И вот так, повыше, чтобы его издалека было видно. Специально живца поднимаешь повыше, чтобы его, ну, понимаешь, чем выше находится вот точка какая-то, чем выше, тем даже с земли ее видно лучше. А там она будет где-то за растениями, за водорослями, щука ее может не увидеть. А там подо льдом плавает, маячит, она ее раздражает, она за ней прыгает. Поехали дальше.
Смотри, главное, леску не режами. Не полностью, я думал, что она полностью, она пристывшая была. Пусто идет. Пусто идет? Нет, кстати. Что-то нет, есть, есть. Что-то зацепилось. Есть что-то? Не. Что-то? Не. Сильно не рви, может за камышинку быть. Что, камышинка без щуки? Ну что же она такая? Конечно, она пустая, ничего, это ничего. Все, просто разрубает, ходи в сторону. Вроде хотели родным щуком ловить, но видно. Не сегодня. Нет, сработка есть. Так. Нет натуга. Нет натуга. Все ясно. Сняли. Вот здесь было под спинку сделано. Легко сбивает, когда под спинку. Разрубай лунку нормально, я сейчас пока живца поставлю. Это хатка андатора. Вот у нее вход. Натаскано камышовые ростки, корни. Там внизу у нее, представляешь, они там залазят, там целая семья может жить. И вот даже пыш ничего не может сделать. Никакой хищник не добирается, ни лиса, ни волк. Как хитро, видишь, накидывает сверху, внутри там гнездо, а вход из-под льда, из-под воды. Такие хатки строят андатры. Ну что, не знаю, не посчитал я, сколько у нас было сработок. Но сработки были, сегодня веселее было. Хотя бы, да? Вышли, да, хоть загар. Хотя бы надежда какая-то. Ну да, ну и щучку все равно поймали. Бабушки наши, прабабушки твои, ей на солянку этой щуки за головой она будет 2-3 дня есть. Тем более, что ей нельзя такую жирную рыбу, а это диетическая. Сейчас попробуем половить немножко плотву. Правда, ветер очень сильный. Плотву, облежку, что там будет ловиться. Вот. Ну и все, будем сворачивать удочки. Сегодня надо уже ехать нам. Все, давайте посмотрим, что там будет у нас. У нас там еще руколовка стоит под живца. Да. Бегал. А вон она одна. Две. Здесь всего две. Там вчера было прям полно. Так. Возьмем на живцах такие две плотвички. Опять не успел снять поклевку. Смотрите, какая плотвица подошла сюда.
его отправил жерлицы собирать. Там затишки потеплее. Сам себе здесь пробую воблу поймать. Бель какую-нибудь. Здесь очень холодно на ветру.
Брось сани. Потихонечку. Рыба подошла. Потихонечку рыба подошла. Смотри, пошла. Он с картонки уже наловил путем. Я не стал шуметь звать, потому что чуть зашумишь, все, уже уходит рыба. Давай. О, красавчик мой. Ничего, не ходи, прям на одном месте сиди. Иди сюда, садись на одно место. Так, на корточке сядь, все. Не на коленке, а на корточке сядь, сиди. Когда вот она либо подняла этот кивок, либо наоборот сильно его загнула, тогда именно так немножко поддернуть и тащить. Вот такой скромный, но все же солянка для бабушки и хорошая жареха, а то и 2-3 для нас всех остальных. Сына послал уже туда, в машину, холодно, ветер дует. Какая бы ни была хорошая одежда с нашими ветрами, все продувает насквозь. Все, успели вот захватить немножко буквально клево, я даже не стал его звать, потому что он ходил, молодец, помогал, удочки собирал. Жерлички он на одну вижу оставил, сейчас пойду соберу. А я подошел, и на прикормку подошла вот плотва, воблежка, тарашка, густерка, окунь хороший. Я ловил тихо, потому что здесь буквально метр глубины, чуть зашумишь, зашурухтишь, рыба уходит. Бесполезно уже сидеть ловить. Такая вот получилась рыбалка, может быть, не особо удачная, но время, проведенное с сыном на рыбалке, оно, сами понимаете, бесценно. Тем более у нас так редко получается с ним выезжать. Спасибо, сынок, что был со мной. Не знаю, насколько переполняют ли тебя эмоции, нравится ли тебе эта рыбалка. Но мне с тобой быть на рыбалке, бывать, очень и очень приятно. Мне эти моменты очень дороги. Спасибо тебе, что со мной. Всем спасибо за просмотр. До встречи под водой, над водой, на рыбалке, на охоте и просто в приключениях. Пока! Такой вот он мой клевый край. Уже пополам вода. Лед стоит, гуси прилетают, нырковая, чернить, лебеди. Морозы минус 8 ночью, но уже не застывает, не замерзает. Весна, весна близко, весна рядом, весне дорогу. Делай от руки, делай вопреки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить, плевать. Ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары.
круговорот людей.